На днях федеральные СМИ сообщили о новой утрате в журналистском корпусе. Во вторник в телецентре Останкино в Москве прошла церемония прощания с нашим земляком, оператором НТВ Валерием Кожиным. Видео опубликовало издание «Известия». Венок прислал президент России Владимир Путин. Соболезнования близким и родным Валерия Кожина направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. После церемонии прощания в столице Кожина похоронили на малой родине, в Калязине, в закрытом для представителей СМИ режиме. Напомним, 13 июня съемочная группа НТВ в составе корреспондента Алексея Ивлеева и оператора Валерия Кожина попала под обстрел в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики. Наш земляк умер от полученных ранений. Ему было 46 лет. На следующий день корреспондент Ивлеев сообщил, что остался без руки.